Видео подготовлено онлайн ГБЗ.НЛ. Задание номер 7.1. Является ли линейным заданное уравнение с двумя переменными? Пример А. 3х плюс 3у плюс 7 равно 0. Данное уравнение является линейным? А. Да. Пример Б. 6а минус 4b минус 1 равно 0. Это уравнение также является линейным, поскольку у нас есть две переменные. Все они в первой степени. Поэтому да, это уравнение тоже является линейным. Пример В. 12c минус 17d минус 3 равно 0. Также линейное уравнение. У нас есть две переменные. Все они в первой степени. И пример Г. Это также линейное уравнение с двумя переменными. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.